Друзья, добрый вечер. Меня зовут Андрей Годносевич, я тех, с кем мы еще не знакомы. Сегодня у нас презентация видеопроекции на тему моего альбома «Пересечение». Изначально это был книжный проект, он снимался в Санкт-Петербурге. Задумка очень простая. С одной стороны, это пересечение фотографа с людьми и с сюжетами в незнакомом или в знакомом городе. А с другой стороны, это, конечно, пересечение времен, потому что, если честно, то в Санкт-Петербурге меня всегда преследует ощущение, которое я условно называю «Раскольников может выйти из-за каждого угла». И поскольку я когда-то понял, что это ощущение, оно немножко шире того, что может влезть в объектив, я попытался привлечь к работе над альбомом нескольких коллекционеров. Кто-то собирал старые фотографии, кто-то собирал открытки и так далее, и так далее. Они мне все очень помогли. И в результате появилась эта книга. Книга у нас есть. Если кто-то заинтересуется, с удовольствием покажу. А сейчас я передаю слово Марал Якшиевой и... Антон. И мы начинаем. Thank you.
Марана Чиева, Антон Котиков. Спасибо вам большое, это было замечательно. Спасибо. Спасибо вам всем большое. Спасибо, что вы сегодня с нами на нашей премьере. Мы пытались записать звук. Наш друг Илья помогает нам в этом. Спасибо большое клубу, всем, кто нам сегодня помогает, потому что я очень хочу записать этот звук и слить его с этим видео, чтобы иметь возможность показывать его и наслаждаться им не только сегодня. Спасибо большое, ребята. Антон, спасибо громадное. Спасибо большое, Марал. И передаю вам микрофон. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Я хотела бы сказать, что я всегда нахожусь под таким впечатлением, когда смотрю работы Андрея. Мне кажется, что в них действительно большой смысл и такой художественный взгляд на прошлое, на настоящее. Мне кажется, это вот нам всем помогает в смысле видеть перспективу. Хотя альбом называется «Пересечение», конечно, для меня это в первую очередь, так сказать, и время в прошлом, и в настоящем, и, наверное, даже в будущем чуть-чуть. Спасибо большое, Андрей. Хочу тоже присоединиться к поздравлениям, очень прекрасная работа, и действительно это было очень интересно. Тем более мы это делали в стиле импров, то есть мы импровизировали на тот видеоряд, который был сегодня установлен. Вот. Просьба не расходиться, через небольшой перерыв мы продолжим уже непосредственно в дуэте. Можно будет уже посмотреть, как мы играем, не только представлять. Вот. И такая небольшая реклама. Здесь же 1 марта будет концерт моего проекта «Архай Джаз». Он есть в афише, так что добро пожаловать. Спасибо. Если речь пошла о рекламе, я извиняюсь, до 1 марта еще уже не держите, а вот 26 февраля я вас приглашаю в Венгерский культурный центр. Там по случаю, ну, традиционно уже несколько лет подряд мы делаем концерт «Друзей». У меня 25-го дня рождения, но, в общем, 26-го у нас концерт по случаю моего дня рождения. Но я его провожу не в качестве поощрения себе, а для того, чтобы дать возможность моим друзьям выступить, сыграть. Ну, я, конечно, там тоже буду. В общем, я вас приглашаю. Начало в 6 часов, это Поварская, 21, пятница, 26 февраля. Пожалуйста, приходите. Thank you.
Thank you.
напоследок мы сыграем композицию. Тут есть маленькая ремарочка. То, что мы сейчас делаем, это абсолютный импров, то есть мы сочиняем музыку в процессе игры, в процессе создания. Вот у нас все происходит. То есть мы транслируем вашу энергию, делимся своей энергией. У нас такой энергообмен сегодня. Так что вы тоже принимаете в этом во всем участие, в своей атмосфере. И где-то примерно. Пожалуй, начнем. По вашим бурным аплодисментам. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Жду вас на свой проект «Артур Джаз» первого марта. 26 февраля, день рождения. Спасибо, спасибо, Андрею, нашему замечательному фотографу. Спасибо. На этом все. Спасибо.